столетию чувашской автономии киностудия «Чувашкино» снимет 10 фильмов, посвященных памятным датам и знаменитым людям республики. Средства выделены из федерального и республиканского бюджетов. Сейчас составлен список из 17 предполагаемых картин. В списке документальные фильмы о космонавте Андреане Николаеве, комдиве Василии Чапаеве, а также посвященные 550-летию Чебоксар и столетию чувашской автономии. Проголосовать за понравившуюся картину может любой желающий на сайте «Чувашкино» до 15 января.